Видео подготовлено сайтом onlinevdz.net. Задание 27.41. Бригада трактористов к определенному сроку должна была вспахать 1800 гектаров. По плану, тогда запишем по плану, они должны были пахать x гектаров в день. И тогда время, которое понадобилось на то, чтобы вспахать 1800 гектаров, было бы равно 1800 разделить на x, и это было бы дней. Фактически, как сказано в условии, они перевыполняли план на 25 гектаров, то есть x плюс 25 гектаров в день. И они за 4 дня до срока, они не только выполнили план, но и вспахали дополнительно 200 гектаров. То есть они всего вспахали 1800 плюс 200. И если разделить это на количество гектаров, которые они пахали в день, то это получится число дней. И вот первое число дней получается на 4 дня больше, потому что они за 4 дня до срока. Тогда у нас получается, что 1800 разделить на x и минус 2000 разделить на x плюс 25. И вот это все будет равно 4 дням. Мы составили уравнение, теперь его решим. Для того, чтобы решить, мы перенесем все влево. Минус 2000 и разделить на x плюс 25. И минус 4 перенесем влево, справа останется единица. Теперь все приведем к общему знаменателю. Общий знаменатель x на x плюс 25. Дополнительный множитель для первой дроби x плюс 25. Для второй дроби x. И для третьего числа минус 4 x умножить на x плюс 25. Так, и что у нас в числителе? 1800x плюс 1800 умножить на 25 умножить минус 2000x и минус 4x в квадрате. И минус 4 на 25 – это 100x. И это все равно нулю. Теперь приравняем нулю числитель. При этом в числителе 1800x и минус 2000x. Ну, запишем так. Минус 200x плюс 1800 умножить на 25 – минус 4х в квадрате и минус 100х равно нулю. Так, ну тогда окончательный вид будет такой. Минус 4х в квадрате, минус 300х и плюс 1800 умножить на 25. Получили квадратное уравнение. Для удобства мы можем все разделить на минус 4. Получим х квадрат плюс 300 на 4 – 75х. И минус 1800 на 4 – это будет 450. 450 умножить на 25. И это будет равно нулю. Теперь решим это уравнение. Х первое, второе будет равно минус 75 плюс-минус корень квадратный из 75 в квадрате. Ну, 75 можно представить как 25 на 3. Значит, тогда это будет 3 в квадрате умножить на 25 в квадрате. Минус 4. А – это единица. С – это минус 450 умножить на 25. Вот, 4 на 1 на минус 450 умножить на 25.
знак мы должны поменять на плюс, и это все разделить на 2. Здесь тоже. Так, теперь это будет равно минус 75 плюс-минус корень квадратный. Теперь давайте посмотрим, какие общие множители мы можем вынести. Ну, можем вынести. Давайте еще раз перепишем. 3 в квадрате на 25 в квадрате плюс. А здесь мы запишем 4. 450 – это 9 умножить на 50. 50 можно представить как 25 на 2. И еще 25 у нас осталось. Вот мы разложили на более простые множители и разделить на 2. И теперь нам ясно будет, что мы можем вынести. Минус 75 плюс-минус корень квадратный из 3 в квадрате можно вынести, 25 в квадрате тоже можно вынести. От первого слагаемого останется единица, от второго останется 4 умножить на 2, просто 8 останется. Так, и тогда это будет равно, и разделить на 2, это будет равно минус 75 плюс-минус. Из-под корня выносим 3 на 25 и 9, корень из 9 и еще 3, и разделить на 2. И это будет равно минус 75 плюс-минус. 25 умножить на 9, это будет 225, и разделить на 2. Тогда х первое будет равно минус 75 минус 225 минус 300, разделить на 2, минус 150. Х2 будет равно 225 минус 75, это будет 150, и разделить на 2, это будет 75. Ну и число х – это у нас количество, это норма гектаров в день, поэтому оно не может быть отрицательным, и у нас остается только один ответ. Ежедневная норма работы бригады по плану равна 75 гектаров в день. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.